Как нарисовать котенка? Сегодня мы будем рисовать маленького котенка. Вначале нарисуем два овала. Один овал – голова котенка. Второй овал будет туловищем котенка. Нарисуем второй овал ниже первого. Оба овала соединены между собой. Это начало нашего котенка. Теперь мы вытираем части окружностей, чтобы вышло естественное соединение головы и туловища. Нарисуем контуры лапок. Сначала нарисуем контур задней лапки, теперь нарисуем контуры передних лапок. Сначала нарисуем правую лапку, она ближе к нам, ее хорошо видно. Затем нарисуем вторую лапку. Теперь нарисуем хвост. Хвост у нашего котенка пушистый. Мы его такими нарисуем. Посмотрите еще раз, как нарисовать котенка поэтапно. Рисуем два овала, соединенные между собой. Нарисовали голову и туловище котенка. Теперь нарисуем лапки. Кот должен ходить тихо, так что лапки будем рисовать пушистыми. Настало время нарисовать хвост. Рисуем красивый хвост. Вытрите все лишние детали нашего рисунка. Получится контур нашего котенка. Мы нарисовали голову, туловище, лапы и хвост нашего котенка. Теперь нарисуем уши. Два красивых ушка будут внимательно слушать. Кот всегда все слушает, так что ушки у него на макушке. Теперь нарисуем глаза. Котенок к нам стоит боком, так что мы видим только один глаз. Вот его мы и нарисуем. У каждого кота есть усы. Усы у кота очень важны. Это его органы осязания. Так что теперь нарисуем усы. Осталось дорисовать детали. Давайте разделим кончики лапок на пальчики. А у вас есть дома кот? Посмотрите, сколько у него лапок, а сколько на них пальчиков. Потом посчитайте все пальчики вместе. Вот такой славный котенок у нас получился. Теперь вы можете раскрасить его в тот цвет, какого цвета котенок вам нравится. Вот несколько примеров разных котят. Посмотрите и выбирайте, какого котенка вы будете рисовать. А пока вы будете думать, какого котенка рисовать, разгадайте загадки. Отворилась тихо дверь, и уж вошел усатый зверь. Сел у печки, жмуря сладко, и умылся мягкой лапкой. Кто это? Да. Мордочка усатая, шубка полосатая. Часто умывается, за хвостом гоняется. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, кого вы хотите нарисовать. Приходите к нам снова, и мы будем рисовать вместе.